Пиратское радио. Мэйдэй, мэйдэй! Говорит Тири, у нас сломался якорь. Повторяю, у нас сломалось крепление якоря. Мы терпим бедствие. Годом ранее. Президент Джонсон выразил благодарность Новой Зеландии за поддержку Соединенных Штатов во Вьетнаме. Местные новости. Мэр Окленда Дов Майер Робинсон заявил, что транспортная инфраструктура города не наладится до 70-го года. При этом длительность заторов на мосту Окленд-Харбор достигает 15 минут. Это все новости. Теперь послушаем расслабляющую музыку от симфонического оркестра Новой Зеландии. Like a movie girl, you fill up my world, but I can move you, girl. Удачи? Кому нужна удача? Опоздаешь ведь. Основана на реальных событиях. Ага, великий Ричард Дэвис снова опоздал. Иди-ка сюда. У меня на 10-й странице дыра, в которой должно быть 200 слов о концерте общества аккордеонов. Я велел кому-то ее закрыть. Да, точно. Нашему музыкальному редактору. Концерт был неописуемый. У тебя времени до 10, чтобы описать его, или вылетишь к обеду. Ты слишком часто меня подводишь, Дэвис. Боже мой. Ричард. Привет, ребята. Как тебе песня? Классная. Вы отлично поработали. Думаешь, ее поставят? Положись на меня. Я протащу вас на радио. Вы слушали прекрасную музыку Веры Лин. Далее у нас полчаса камерной музыки. А затем новый выпуск кулинарной программы на 1ZB. Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании BetWinner. Ищи BetWinner в интернете и испытай свою удачу сегодня. Мистер Дэвис. Правительственная радиокомпания не ставит в эфир маргинальную музыку и не будет впредь. Маргинальную? Вы про рок-н-ролл? Боже, сейчас 1965-й, а вы включаете только музыку, написанную уже умершими людьми. Или звучащую так, будто ее исполняют мертвецы. Вы имеете право выражать свое мнение. Радиовещательная компания Новой Зеландии имеет право транслировать музыку, которую она считает приемлемой. Прямо как советское госрадио. Мы изменили программу. Министр. Продолжайте. Не хочу вам мешать. Вы вовсе не мешаете, министр. Мистер Дэвис. Это был Джим Уиллис? Министр радиовещания? Да. Что? Нет, вам нельзя. Вы не можете, просто нет. Прошу прощения. Министр, я Ричард Дэвис, музыкальный промоутер. Пропустите группы на радио. Группы? Какие группы? Рок-группы. Простите, не из нашей компании. РКНЗ игнорирует запросы огромной части аудитории. Я рад выслушать избирателей. Вот этот джентльмен вам поможет. Что за чертовщина? Простите, сэр.
пишущая машинка? Она тебе не нужна, Дэвис. Освободи стол. Ты пропустил крайний срок. За одну просроченную статью об аккордеонах? Вот. Козел? Помимо него был еще один козел из радиовещательной компании. Две неудачи за день. Хочешь третью подряд? Разрешение на частное радио отказано. Может, это знак? Я всегда хотела заниматься вот этим. И ты всегда поддерживал меня в моих устремлениях. Ты говорил, нужно гнаться за своей мечтой. Нужно гнаться за своей мечтой. В жизни нет репетиций и прочей банальности. Банальности? Но ты был прав. И теперь я готовлюсь к своей первой выставке. Может быть, твоя очередь рискнуть? Ты про корабль? Если бы этот зануда из радиокомпании сказал тебе сегодня «да», как думаешь, сколько рок-н-ролла они бы включали через год? Полчаса после полуночи? Ты понимаешь, что говоришь? Я лишь повторяю то, что вы с Мори обсуждали с первой нашей встречи. Но у нас не будет денег, придется продать машину. Я поработаю в офисе сверхурочно. Мори ведь еще не передумал? Иди сюда, мелкий гаденыш. Мори! Привет! Подай мне направляющую. Ну, как хочешь. Я все-таки решился, Мори. Послал своего босса к черту. Я рехнусь, если еще раз услышу песню Веры Лин. Ты хочешь завести детей? Когда-нибудь да. Тогда не стой возле этой штуки. Микроволновое излучение. Черт! Эти радиовышки очень прочные. Оно и понятно, они ж вкопаны в землю. Ну так что, корабль у тебя есть? У твоего друга. Я бы с радостью помог вам насолить этим чертовым бюрократам. Поэтому я бросаю грузоперевозки. Нужно оформлять слишком много бумажек. Но все решают деньги. И не похоже, что вам, ребятки, по карману заплатить мне авансом. Фрэнк, мы предлагаем тебе шанс стать держателем акций компании, причем с самого ее основания. Это лучше денег. Нет ничего лучше денег, приятель. Значит, ты предлагаешь и машину, и акции? Да. Она красавица. Значит так. Возвращайтесь в четверг. Есть одно каботажное судно, 90 футов. Старое, конечно, но в хорошем состоянии. Хорошо. Отлично. Я знал, что ты не подведешь, Фрэнк. Повезло тебе с этим парнем. Он починит что угодно. Значит, корабль нужно починить? Да ничего, вы, ребятки, точно справитесь. Цвет, что надо. Но от корабля не будет, толку без передатчика. Кажется, я нашел один. Это хорошо. Алекс тоже в деле? Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш торжественный бал. Помните, что во время вальса мальчики могут крепко, но нежно взять девочек за талию и за... Что бы я ни делал, они всегда пытаются выяснить, откуда у меня это все. Но я уже устал им намекать! Бэтвинер. Секрет, который тебе стоит узнать. За руку.
Но в остальное время между мальчиками и девочками должно быть не менее 45 сантиметров. Включите музыку, пожалуйста. Ожидайте, что вам заплатят за этот балаган. Все ради любви к музыке. За это я его и уважаю. Как дела в рекламном агентстве? Ну, платят неплохо. Но зато обращаются с людьми, как с дерьмом. А ты хотел бы продавать рекламу на станции, которая тебе нравится? Я такое уже слышал. А корабль у вас есть? Конечно же, есть. А передатчик? Да. Я подыскал один. Это я тоже уже слышал на протяжении 3 лет. Нет, серьезно, есть отличный вариант. А диджей? Уже 12 кандидатов. Надоело включать музыку для пенсионеров. Хотите взбодрить всех рок-н-роллом? И где вы их расклеили? Возле писсуаров в радиоцентре. Да вы совсем бесстыжие. И где будут прослушивания? В радиоцентре, разумеется. Так, ребята, заходим побыстрее. Ну ладно, Руфус, это твой шанс войти в историю музыки. Мы радио Хаураки, радиостанция нового типа. Послушаем, что ты умеешь. Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами Руфус, и это радио Хаураки. Так, притормози. Да? Можешь попробовать еще раз, но немного. Немного поживее, что ли. Меньше скованности. Да, сейчас встряхнусь. У нас молодежное радио. Давай сначала. Good evening. Добрый вечер. С вами Руфус, и это радио Хаураки. Мы обеспечиваем ваши потребности в рок-н-ролле. Кажется, вышло неплохо. Эй, Дэс. Дэс. Привет, чувак, да, я здесь. Это твой шанс. Ребята, я вас не вижу. Может, попробуешь по сценарию? Он перед тобой. Радио Хаураки. Радио Хаураки выходит в эфир. Вы чувствуете? Черт, здесь же не похороны. Потренируйтесь, разомните рты или помрете там. Да неужели? А ты еще кто такой? Тот, кого скоро услышит весь Окленд. Надеюсь. Ну ты и балабол. Не бойся, если ты хорош, то присоединишься ко мне. Ну ладно, следующий. Дружище, ты что-то уронил. Насчет 3. А сколько вы платите? 2. Одежды обеспечиваете? 1. Сейчас без четверти полночи, это радио Хаураки. Сделайте погромче, пусть и соседи послушают. Ведь сейчас Rolling Stones будет отрываться на шоссе 66. Так, хорошо, Уэйн. Посмотрим, что ты умеешь. Вы слушаете радио Хаураки. Und würde sich auf Deutsch nicht so viel besser anhören? Время Битлз на радио Хаураки. С вами был вечер рабочего дня с Тимом Стадом в этот прохладный, но отпадный понедельник. Ну что, вам понравилось? Было неплохо. Приходите завтра в 10. Значит, радиостанция там. Ты все узнаешь в свое время. Вы последний.
Представьтесь. Пол. Боже. Дай ему шанс. Ладно. Давайте настроим микрофон. Один. Хорошо, начинайте, как будете готовы. Это радио Хаураки. Мы включаем актуальную музыку. Если проголодались, сходите в Famous Burgers. Вкуснейшие бургеры всего за 60 центов. Плюс свекольный салат в подарок. Я даже отсюда чувствую аромат жареных котлет. Было отлично. Что ж, время пришло. Готов войти в историю музыки? Что? Прямо здесь? Так нельзя. Он знает, что нельзя. Нужна лицензия на вещание, а их не выдают. У правительства монополия. А может, есть лазейка в обход этих ублюдков, боящихся конкуренции? Есть. Вот она. Видите ли, там, куда мы отправимся, лицензия не нужна. Радио без лицензии? Это же незаконно. Спасибо, что летите с радио Хаураки Эйр. Я представлю остальных директоров радио Хаураки. Мори. Технарь от Бога. Радио работает лучше, даже когда он просто стоит рядом. Я доверяю ему как брату. Но он необычный технарь. Рок-музыку он любит не меньше, чем мы. Это Алекс. Лучший младший рекламный агент города. И менеджер своей музыкальной компании. Он займется продажами. А я безумный ублюдок, который всегда об этом мечтал. Потому что, как и вы, я хочу услышать на радио настоящую музыку, а именно рок-музыку. Так что садитесь, пристегивайтесь. Рок-н-ролл, детка. Ну все, можно лететь. Хорошенько осмотритесь. Насладитесь голубыми водами залива Хаураки. Новая Зеландия, вон там. Это тоже Новая Зеландия. Окленд в 20 милях по ту сторону. Но здесь мы более чем в 3 милях от земли во все стороны. Это треугольник международных вод. А значит, законы Новой Зеландии тут не действуют. Мы можем делать, что хотим. Мы с моря даже можем пожениться. Придержи коней. Прошу прощения, мистер Уиллис. Премьер-министр готов вас принять. Джим, присаживайся. Скачки, камерная музыка и рецепты. Наша станция будет включать музыку, которую вы все любите, но которую не пускает в эфир, потому что правительство схватило радио за горло. И у нас есть шанс изменить ситуацию. Мы войдем в историю рок-н-ролла. Вот что это? Открывается пиратская радиостанция. Это прямой вызов правительству. Вот что это. Потлатые хулиганы и агитаторы пытаются захватить радиоэфир. А ты сидишь, сложа руки. Мои люди занимаются этим вопросом. Радиостанция на корабле? Этот корабль — чудо техники. И что мы должны делать? Два диджея будут постоянно на корабле. По 2 недели, потом их сменяют 2 других. Но море не всегда такое тихое. Верно. Как нам работать в качку? Мы будем записывать музыку с пластинок на пленку на земле, где игла не прыгает. И раз в неделю привозить пленки сюда. Подумаешь, блеванем. Лишь бы музыка шла так же гладко, как задница твоей мамки. Мы выбрали себе частоту. 1480. Самый верх шкалы. Меня все устраивает, парни. Я всегда хотел стать пиратом. Ты ведь министр радиовещания. И министр мореходства. Нам сообщили, что их радиостанция на корабле. Ты должен был сразу же их прижать. Ну, разумеется, я... В этом году выборы.
Нам нельзя показаться слабыми под натиском этих активистов. Людям нужно сильное правительство, Джим. Разберись с этими выскочками. Почему я узнаю об этом из газеты? Простите, министр, это так внезапно. Кто он такой? Главаря зовут Ричард Дэвис. Он просто радикал с безумной идеей. У него нет никаких ресурсов. Господи. И вот это чудо техники. Да, нужно покрасить, но это отличный образец британской инженерной мысли. Черт. Да, где-то на 50 чертей потянет. Ты же говорил, он на ходу. Будет на ходу. Когда вы ее почините? Не королевская яхта, конечно. А другого корабля нет? Не в ближайшие полгода. Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании BetWinner. Ищи BetWinner в интернете и испытай свою удачу сегодня. Так долго ждать нельзя. Сможем спустить его на воду? Придется попотеть. Это мы можем. Нужно укрепить корпус. Понадобится новый штурвал, куча запчастей для двигателя, укрепить каркас для передающей антенны и, разумеется, генератор. Может, удастся где-то сэкономить, что-то взять в долг. Придется немного поработать. Немного? Мы об одном корабле говорим? Скажу честно, все хуже, чем я думал, но море говорит, что мы сможем спустить корабль на воду. Дайте мне того же, что курит море. Прямо сейчас американцы строят ракету, способную летать в 20 раз быстрее скорости звука. Чтобы отправить двух человек на Луну и вернуть обратно. Они делают это, потому что верят в успех. И нам здесь тоже есть во что верить. Если уж они справятся с чем-то подобным, то и мы тоже сможем соскрести ржавчину с этого корабля, отправиться в море и пустить в эфир первоклассный рок-н-ролл. Что скажете, парни? За рок-н-ролл. Я с вами, с травой или без? До выставки 2 недели. Знаешь ощущение, когда успех уже в шаге от тебя, но ты уверен, что облажаешься? Нет, это ощущение мне не знакомо. А ты не слишком самоуверенный? Слушай, я знаю, она только на следующей неделе, но... С годовщиной, милая. Дорогой... Оплата всего этого станет проблемой? Нет, скоро потекут деньги от рекламодателей. Для этого нам и нужен Алекс. Ах да, чуть не забыл. Вот ключи от твоей новой машины. Помните, нужно вести себя профессионально. Готовы? За меня не волнуйся. Я готов сорвать им крышу. Надеюсь, мы получим эти 7 тысяч. Я соглашусь и на 6. Давайте произведем впечатление. Радио Хаураки на 10 часов. Разумеется. Присаживайтесь. Привет. Я Ник. Итак, лучший работник моего главного конкурента уходит с работы ради несуществующей радиостанции и предлагает мне купить на ней рекламу. Ребятки, вы издеваетесь? Дайте нам 30 секунд. Если решите, что мы тратим ваше время, мы тут же уйдем. Либо мы можем уйти сразу.
Раз уж пришли, можно и послушать. Слушать будешь не ты, Клайв, а целевая аудитория. В отличие от остальных станций, радио Хаураки не нагоняет скуку. Наша цель — развлекать людей хитами, которые больше уже никто не включает. И мы не говорим с дурацким истинно английским характером. Присоединитесь к ребятам с радио Хаураки. Хватит слушать скучное, безжизненное радио, от которого вас уже воротит. Ну ладно, все, возвращайтесь к работе. Живее! Возможно, у меня есть полдюжины клиентов, которых это может заинтересовать. Давайте так, я куплю эфир на $12,000. 12 тысяч? Yeah. Да, дальше будет больше, если все выгорит. Что ж, звучит справедливо. Нас сроки поджимают. Наши условия — оплата вперед. Что ж, может быть, у вас условия и такие, но не у меня. Сообщите, когда корабль выйдет в эфир. Я обработал их как по нотам. И взял номер у секретарши. Прости, я думал, что говорю его на аванс. Мы еще вернемся. Чертовски верно. От этого места разит деньгами. По-моему, в описании вакансии было сидеть перед микрофоном, пока тысячи красоток ловят каждое твое слово. Мне бы хватило просто денег. Я кое-что принес, ребятки. С деньгами у нас сейчас туго, но здесь у меня чек для каждого. Однако, на банковском счету компании может не хватить денег на всех. Что у вас за нелепая организация такая? То, что заплатит некоторым из вас. Готовы? Ник. Да. Идите ко мне, милые мои денежки. Пока, ребятки. Джентльмены. Ричард Дэвис, радио Хаураки. Ах, да, передатчик, прошу за мной. Уверен, я могу помочь. Ага, эти штуки днем с огнем не сыщешь. Я не особо дружу с электроникой, я скорее коллекционер классики, но потом я нашел вот это. Вуаля, передатчик. Боже. Что, не тот передатчик? Больше похоже на печатный станок 30-х годов. Правда? Да? Блестяще, вот эта музыка. Отличная песня, ребят. Даже Элвис бы обзавидовался. Спасибошки, когда пойдем записываться? Скоро, как только IT закончит. Мы можем чем-то помочь? Еще бы, лишние руки никогда не помешают. Хорошо, во сколько? В 7 утра. Увидимся. До встречи. Если в ближайшее время мы не найдем передатчик, в лодке уже не будет никакого смысла. Хотя группа популярная. Фанаты в разных найдется. Отлично. Мистер Дэвис.
Да? Министр телерадиовещания Джим Уиллс хочет поговорить. Мистер Дэвис? Джим Уиллис. Мы встречались в доме вещания. Помню. С тех пор о вас все говорят. Радиостанция на лодке? У вас есть радиопередатчик? Без него никак, я думаю. Поскольку владение передатчиком незаконно, а вы министр вещания, мой ответ должен быть нет. Вы оспариваете авторитет правительства, в котором я являюсь королевским министром. Тогда дайте нам лицензию, чтобы нам не пришлось выходить в море. Боюсь, все не так просто. Новозеландская телерадиовещательная корпорация вполне удовлетворяет потребности общественности. В таком случае я пришлю вам открытку с международных вод. Скорее, из тюрьмы Маунт-Эдам. Я знаю, что вы записывались в доме вещания. В следующий раз вам будут предъявлены обвинения в незаконном проникновении. Я думала, мы заплатили. Нет. Привет, милая. Что? Даже знать не хочу. Спросите у него. У вас долг за месяц. Это все, что есть. Я расплачусь на следующей неделе. А регистрация на машину? У нас есть на это деньги? Можно водить без регистрации. Главное, не попасться. С меня спрашивают долг посреди улицы, а ты говоришь мне ездить незаконно. Забыл, где мы живем? Где все те золотые горы, которые ты обещал? У тебя уже должна была быть своя студия. Все есть. Что есть? Деньги от рекламодателей. Пришли вчера. Правда? Да, правда. Я просто стараюсь быть осторожным. Держу кошелек при себе. Я несу ответственность за многих людей, Джуди. И твои сомнения мне не помогают. Почему ты не сказал раньше? Потому что я был занят организацией. Что ж, это хорошие новости. Да, это здорово. В следующий раз не молчи, ладно? Я не хочу сидеть в неведении. Ты что, шутишь? Что это за фигня? Последний писк моды. И мне дали хорошую скидку. Неудивительно. Эй, пятнышко пропустил. Возьми кисть и сам крась. Не могу, у меня встреча с родителями Лизы. Родителями? Ну-ну. Ага, в спальне Алекса. Привет, ребят. Прикольно. Очень ярко. Как дела? Хорошо. Все чем-то заняты. Кроме этого ловеласа. Это детали, которые нам нужны. Какие? Швартовочный трос, топливный бак, 100-метровая радиомачта. Мне пришлось заплатить за подъемники, чтобы вытащить причальную плиту. Блин, море. А еще у нас проблемка с передатчиком. Ты же все решил? Эй, у нас получится. Эй, Фрэнк, покрась стены в белый, ладно?
Желтым не надо. Давай, включай. Блин. Сколько ватт? 100. Я же сказал, максимум 60. Если предохранитель слетит, мы будем терять по 1000 слушателей каждые 5 секунд. Это провал. Да ну, значит, мало платят. Парни! Соберитесь, у нас полно работы, времени ругаться нет. Да, босс, ты прав. Это правда, что они узнали про дом вещания? Да. Мне нужно еще записать несколько часов. Я уже решаю вопрос. О, Ричард. Я не хотел говорить, но перед парнями. Мою жену только что попросили с работы. А еще она беременна. Я просто не знаю, смогу ли остаться. Нет, не надо мне подачек. Потерпи еще немного. Обещаю, станет легче. Спасибо. Видишь? У нас получается. Самый верх шкалы. Собирай парней. Я просто хотел поблагодарить всех вас за то, что вы со мной. Я знаю, что с деньгами сейчас напряг, но скоро все изменится. Я займусь финансированием, обеспечу вас достойной зарплатой и офисом, достану хорошее оборудование, лучше, чем то дерьмо в доме вещания. Было бы круто. Откуда финансирование? Доверьтесь мне. Вот плата за бронь. 20%. Разве это не процентная ставка штрафа? Нет, процентная ставка пени составляет 30%. Это весь ваш капитал? Прекрасно. Распишитесь вот здесь. Все хорошо? Сделаем это. Пол? Спасибо. Ник? На этот раз должно быть то. Либо тот, либо еще один печатный станок. Не входить. Какой пароль? Орел летит в полночь. Приходите шифроваться. Они уже следят за мной. Кто? Два парня в серых костюмах на Воксхолле. Когда это было? Вчера. Сюда. ВМС США, Вторая мировая война. Для связи с подводными лодками. Это то, что вы искали?
Ты хороший, ты мужик. Ладно, хорош. Подходит, значит. Этого достаточно для ордера, сэр. Мы можем конфисковать передатчик. Пусть Дэвис придет за ним, и потом арестуйте. Сделайте красивый заголовок. И люди Дэвиса подали заявку на получение лицензии на двухстороннюю связь между лодкой и их офисом. Я прослежу, чтобы им отказали. И назначьте встречу с главным морским комиссаром. Есть, сэр. Тебе понравится. Нам отказались давать лицензию, поэтому знакомься. Роберто. Радиосвязь, корабль «Берег». Твою мать. Не ругайся. Это породистый домашний голубь. Что он здесь делает? По приказу морского управления. Вы рано, у нас еще есть работа. Если я не смогу осмотреть сегодня, то вернусь через месяц. Ладно. Пожалуйста. Спасибо. «98 нарушений кодекса, которые требуют исправления». Не может быть. 98? Это бред. Пока вы не исправите это устройство или что там у вас, будет конфисковано. Черт. Тут вообще безопасно? Да ё-моё. Да тебе-то какая разница? Вернешься обратно в офис и будешь пить кофеёк. Не тебе помирать от голода. Ребят! Это просто мелкие технические нарушения. На мореходное качество Тири они не влияют. Это тактика проволочек. То есть она на ходу? Жизнью клянусь. Забираем передатчик на борт, завтра уже уходим. Ты реально достал передатчик? А вы сомневались? Кто поедет со мной? Ричард Дэвис, я арестовываю вас за попытку достать передатчик. За мою короткую удивительную жизнь меня по-всякому называли, но не Ричардом Дэвисом. Ладно, уйди с дороги. Чего вам? Полиция. Эрнест Брикс. У нас ордер на изъятие незаконного радиопередатчика. Передатчика? В следующий раз, мальчики. Рано поутру. Эгегей, выше парус. Эгегей, выше парус. Эгей, выше парус. Рано поутру. Подожди. Какая пустая трата хорошего рома? Я хочу сказать... Я люблю вас, ребята. Так что ешьте, пейте и веселитесь. Будем в море. Ура! За то, что завтра мы умрем. Завтра мы умрем.
все еще батрачишь? Я думал, твой мужик помогает тебе. Он помогает. Просто не в данный момент. Пиратский бизнес? Ну, никогда не выходи за моряка. Так говорила мама. Черт возьми, как они узнали? Я сказал Лизе, она могла проболтаться подружкам. Простите. Ясно. Скажу парням, что мы отбываем в 4. Не выключайте сегодня свет. Вон он идет. Вы один из диджеев в радио Хаураки? Да. Я. Привет. Не забывай звонить родителям, пока меня нет, ладно? Ты знаешь, как они волнуются. Будь осторожен, не рискуй. Все будет хорошо. Я присмотрю за нашим свертком. Это должно заглушить сигнал их штаба. База вызывает 55. На Вулкан Лейн происходит ограбление. Не могли бы вы оказать нам помощь? Принято. Мы в пути. Спасибо, что пришли. Я знаю, что вы все терпеливо ждали новостей о том, когда Тири сможет отплыть. Самый малый ход. Внизу все хорошо. Да, послушайте, капитан. Теперь я могу сказать вам точно. Тири только что отчалила. Мне жаль, но поймите, мы хотели, чтобы все прошло гладко. Если бы пристани светили вспышки камер, нам бы не дали этого сделать. Где она сейчас? Какая красота! Мчим на всех парах. Далеко. Вот жук. Если вас это хоть как-то утешит, вы узнали об этом первое. Как насчет фото? Может, хоть это вы можете дать? До свидания. Пока. Счастливого пути. Отлично. Стойте так, машите. Тири отчалила. Ричард Дэвис перехитрил правительство. Вот он. Это то, что я думаю? Да. Трехмильный ограничительный треугольник. Международные воды. О, да. Добро пожаловать на новейшую радиостанцию в мире. Держу.
Это рок-н-ролл, детка. Наконец-то на радио Хоураки. Красотища. Прямая трансляция на самой верхней шкале без всякой политики. О, да. Только ты и я, и море. Отличного рок-н-ролла. Мы начинаем с группы, которую все так долго ждали. Yellow Sprockets. Love You All Night. Наконец-то, да? Мы сделали это. Выкусти, Вилс. Слышишь? Звуки свободы. Завтрак? Да, я думаю, можно просто сразу за борт выкинуть. Отвратительно. Это будут долгие 2 недели. Завтра привезут больше. Это чертова жизнь. Одна ночь в море, уже на берегу. Только не высовывайся, старайся не нарываться. Да-да, капитан. Ты сделал это. Ты правда это сделал. Все вас слушают. Самый верх шкалы. Я так горжусь тобой. А я горжусь тем, что ты меня терпишь. А еще сегодня у самой лучшей женщины на свете художественная выставка. А тебе можно появляться на публике? Не арестуют? Пусть попробуют. Один раз уже хотели, но не смогли. Сегодня твоя очередь сиять. Ничто не помешает мне быть рядом. Привет. Куратор Дугал Уитерс. Мой муж Ричард Дэвис. Зови меня Дуги. Джуди настоящая находка. Я давно за ней слежу. Я тоже. Кстати, это такая честь, что вы здесь сегодня после всего этого ажиотажа, который вы вызвали. Я тоже ваш большой фанат. Любите рок-н-ролл? Не совсем, но тех, кто дает просраться этим засидевшимся пердунам в правительстве, я уважаю. Простите. Внимание всем, нас посетил настоящий пират. А что тебя заставило это сделать? Ну, я не сам выбрал бороздить просторы океана. Я хотел бы вещать на суше официально. Верно, Ричард Дэвис. Да, галерея Модерн. Могу я записать вашу цитату, министр? Кто любит Роллинг Стоунс? Кто из вас когда-либо слышал Роллинг Стоунс по радио? Никто, верно? За это мы и боремся. Чтобы остановить их. В сторону. Ричард Дэвис, я арестовываю вас по обвинению в незаконном захвате несертифицированной лодки и выводе ее в море. Прошу вас пройти со мной. Ну вот, этот человек не любит Роллинг Стоунс. Да, так и есть. Эй, эй, ну не надо. Прекратите! Стойте! 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 Не трогайте его! Я предупреждал, чем это кончится. Кончится? Это только начало. Как там твоя избирательная кампания, Джим? Судя по тому, что я слышал, ты теряешь голоса из-за нас. Я заблокировал все пути отхода. Твоя команда осталась без еды. Твоей шалости конец. Так что верни судно на место, пока никто не пострадал. Это не конец. Мои люди будут пить собственную мочу, но не сдадутся вам. Хорошо. Будь по-твоему.
Жена Дэвиса, помеха. Пришли позлорадствовать? Уверяю вас, мадам, это не так. Ваш муж нарушает закон. Что ж, сегодня вы посадили самых отъявленных преступников. Министр, прошу. Снаружи собралась толпа, министр. Мы проводим вас. Нет, не стоит. Подлая свинья. Позорище. Они не сделали ничего плохого. Это нарушение гражданского права. Пошел вон, Уиллис. Пошел вон, Уиллс. Пошел вон, Уиллс. Посмотри на них, бешеный сброд. Кажется... Уиллис, вон! Произошло недоразумение. Я договорился об освобождении мистера Дэвиса и его жены под залог. Суды рассмотрят это дело в надлежащем порядке. Освобождение? Добрый вечер. Зачем вы это сделали? Их все равно выпустят под залог. Я не хочу выставлять его мученикам. Я уверен, вы решите вопрос задолго до того, как суд доберется до него. Вот она. Как раз вовремя. Это береговая охрана. Вы нарушаете закон. В смысле? Привет, радио Хаураки. Да? Чертова блокада. Что у нас тут, коммунизм? Надо действовать по-другому. Черт, мы как будто воюем собственной страной. Ладно, как по-другому? Сократим количество поставок и будем запускать их только ночью. Будем чаще заказывать гидросамолет. Он может сесть только на спокойную воду. Лофты уже дважды разворачивались. Садиться не обязательно. Используем водонепроницаемую тару. Набьем всякими штуками, чтобы не тонуло. И что? Выбросим в окно? Почему нет? У нас война. Звонили с почты. Телефонные линии завалены от количества звонков. Каких звонков? Люди звонят, чтобы сказать, что им нравится музыка. Это стоит всех денег. В прямом эфире радио Хаураки. Источник лучшей музыки в Новой Зеландии. Встречайте. Yellow Sprockers, Groovy Girl. А ну выключи. Я зацепил. Давай, тащи. Давай, ублюдок, иди к папе. Плюс 25 тысяч слушателей за последний месяц. Господа, не заказывать у нас рекламу, это прошлый век. Есть. На следующей неделе будет больше. Жду не дождусь. Радио Хаураки передает особый привет Венди из Мишн Бэй. Венди, прошу вас, сообщите мне свой адрес. У меня есть для вас посылка. Специальная доставка. Я должен быть на тире. Я всех поведу. Завершите свой день горячим шоколадом Кэтбери. Великолепно. Вам командор, министр. Стивен. Джим, рад тебя видеть. Я слышал, в море были какие-то проблемы. И кто избавит меня от этих несносных пиратов? Надеюсь, ты не хочешь, чтобы мы устроили перестрелку в заливе Хаураки. Нужно поступить умно. Выставить их преступниками.
которыми они и являются. Ты сможешь достать фотографии их расположения? Могу сделать целый альбом, если хочешь. Превосходно. Как только их лодка покинет международные воды, дай мне знать. Разумеется. А когда это случится? Пошлем к ним фрегат твоих друзей из флота и арестуем их. Считай, это уже сделано, Джим. Туда. Добрый вечер, любимая. Привет. Не хочешь со мной поужинать? Хорошо. Превосходно. За нас. И за удачу. Я люблю тебя, милая. Ведь ты моя девочка. Я знаю. Мадам. Месье. Иначе любой рекламодатель, покупающий эфир на радио Хаураки, не сможет потребовать налоговый вычет на эти расходы. Это сделает вас таким популярным. Наше правительство всецело поддерживает бизнесменов, соблюдающих законы. Мы не станем стоять в стороне, в то время как группа людей, жаждущих известности, делает все, что взбредет им в голову. Прокомментируйте тот факт, что по последним опросам популярность правительства снизилась на 4 пункта. Так-то лучше. Иисусе, они вызвали авиацию, чтобы нас припугнуть. И
у них получилось. Они проверяют наши координаты. Едва ли они изменятся, учитывая, что мы привязаны к 4 тоннам бетона. Это пока подводную лодку не пришлют. Черт, Уиллс. Мы потеряли 7 рекламодателей с тех пор, как он пригрозил отменой вычета. Клиенты от нас бегут. Итак, погоди, у нас 115 клиентов. Сколько испугалось Уиллиса? 5%? Ричард, дело в тенденции. Мы не можем себе позволить кого-то потерять. Да, понимаю. Ну, и кто из тех 7 самый крупный? Я бы хотел помочь, но что я могу? А я вам скажу. Все мои клиенты струсили. И это из-за налогового вычета. Боже, Клайв, даже без него они в выигрыше. Ты не слышал, да? Что не слышал? Министр Уиллс постановил, что любой, кто ведет с вами дела, может быть подвержен налоговой инспекции самого министерства. Инспекции? Да. Завтрак. Жареная ветчина. Надеюсь, вам понравится. Ничего другого все равно нет. Господи Иисусе! Пожалуй, откажусь. Мне и без того в каюте стало плохо. Я бы все отдал за то, чтобы снова поесть домашние стрипни. Может, просто уйдешь? Иди. Я знаю, что я пропустил пару платежей, но, может быть, мы что-нибудь придумаем. У нас просто небольшие проблемы с наличностью. Мне это хорошо знакомо. Может, чаю? Нет, спасибо. Тогда кофе? Вы почему такой внимательный? Вот черт! Если вам нужны наличные прямо сейчас, тогда вам нужен фармис. Потому что фармис первый месяц без процентов. Извините! Вы что это делаете? А мы не фармис, дружок. Как-то так. Отлично. Просто отлично. Стойте! Стойте! Вы не можете! Здесь написано, что могут. Ты не говорил, что взял все это в кредит? Кредит? Может, ты еще что-то скрываешь? Черт, нас поимели. Эй, стойте! Я поговорил с вашим боссом, мы пришли к соглашению. Приходи завтра, друг. Дерьмо. Черт, твою мать. Привет, у меня хорошие новости. Где машина? У дома. Ее там нет. Но она была там. Черт. Кто-то ее гнал. Ну супер, как раз то, что нужно. Я вызову полицию. Я сам. Алло? Это тебя. Алло? Да. Ясно. Спасибо. Пока. Дугал в галерее. На картину есть покупатель. Это и была моя хорошая новость. Она говорила, что она в восторге, а теперь отказывается. Сказала, что передумала. Не люблю, когда со мной так. Корова глупая. Ну, продашь другую. Не дай себя сломить. Ты такая сильная.
Тебе сейчас нелегко, Джим. Скоро выбор, а тут эти родил-ренегаты. Иногда приятно сделать перерыв от непрестанных репрессий, которые я провожу своей железной рукой. Продолжай в том же духе. Но я устаю от одной мысли о том, что мне снова придется жечь поп-пластинки. Боюсь, что некоторые люди прям думают, что ты этим занимаешься. О чем это ты? Как я понимаю, часть общественности поддерживает этих радиопиратов. Общественность непостоянна. Как в той песне про вечно меняющиеся времена. Тех длинноволосых битников. Ты про Боба Дилана? Может, времена и меняются. Я не стану стоять на пути прогресса, но едва ли можно назвать прогрессом нарушение закона. Ну, брат. Это скользкая дорожка, ведущая к анархии, не меньше. Попытка подорвать общественные устои. Верно. Курица просто великолепна. И правда? Прошу меня извинить. Вы слушаете радио Хаураке. Мы в открытом море на частоте 1480. Привет, дядя Джим. Не могу, что эти девушки хотят с нами встретиться. Что будем делать? Ну же, давайте дальше. Девушки могут подождать. Это же так мило, Мюррей. Да, очень мило. Делай ход. Поднимаю. Нет. Это уже слишком для меня. Спасибо, джентльмены. Вы тоже очень милы. Авиация. Опять. Каждую чертову ночь. Так у тебя же ничего и не было. Вот, возьмите. Осторожно. Ник! 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 Может, полиция нашла машину? Алло? Да. Когда? Уже выезжаю. Господи, что я наделал? Ну же, Ник, где ты, друг? У нас мало топлива. Вернемся и заправимся. Мы не остановим поиски. Thank you.
спасибо, что пришли. Я просто хотел сказать... Я пойму, если кто-то из вас захочет уйти. Времена трудные, и работа у нас непростая. Спасибо. Ричард, Ричард. Только его не хватало. Господи Иисусе, вы как собака, что кость увидела. Мне искренне жаль вашего друга. Но этого бы не произошло, если бы вы не нарушили закон. Этого бы не случилось, если бы вы дали нам чертову лицензию. Вы выплыли в море, и это вы ответите за смерть Ника Дэнсона. Вы это знаете. И они это знают. Я пришел сказать, что мой отдел отследил ваш самолет. Скажите своим, чтобы пришли. Все кончено. Для вас я посмешище. Я следую правилам, а вы плевать на них хотели. Мы всего лишь хотим свободы. Свободы? Вы понятия не имеете, что это. Мое поколение сражалось и умирало за них. А вы принимаете их как должное. Вам не приходило в голову, что чтобы сохранить эти свободы, нам нужны правила, нам нужны законы. Но только не для Ричарда Дэвиса и его пиратов. И посмотрите, к чему это привело. Сколькими жизнями вы еще готовы рискнуть? Что делаешь? Я ухожу от тебя, Ричард. Что? Они забрали все. Посмотри, ничего не осталось. Мы задолжали ростовщикам. Ничего не напоминает? Ничего, я все исправлю. Перестань мне врать. Это не первый их визит. В прошлый раз они забрали машину. Ты ведь знал, правда? Такси. Я же твоя жена. Ты должен был быть честен со мной. Получи бонус до 25 тысяч рублей в букмекерской компании BetWinner. Ищи BetWinner в интернете и испытай свою удачу сегодня. Послушай, я со всеми поговорил. И все не за тебя, не за Уиллиса. Мы вместе до конца. Так нельзя. Мы хотим вернуться. Они здесь? Да, конечно. Приведи их. Спасибо.
Но... мы не сдадимся без борьбы. Ничего еще не кончено. Ты прав. Если они хотят забрать Тири, им придется тащить ее самим. И это людям не... понравится. Спасибо вам большое. Правда. Но я принял решение. Я не стану больше рисковать вами. Но мы столько переживали. Я сказал нет. Скажите Мюррею, что у нас осталась еще одна пленка для эфира. А после Тири вернется. У нас осталось какое-нибудь оборудование? Старый рекордер. Это Ричард Дэвис, директор радио Хаураки. Я принял решение, что с полуночи радио Хаураки прекратит свое вещание. Уходи. Сестра не хочет тебя видеть. Прошу, Карен, я... я хочу сказать, что она была права, и... я был дураком. А если она мне не поверит, пусть послушает завтра радио. Она ничего не услышит. Сегодня с ним будет покончено. Хорошо. Я ей скажу. Скажи ей, что я люблю ее. И что всегда буду. И что однажды я все исправлю. Все. Она же все еще моя девочка. Полуночи радио Хаураки прекратит свое вещание. Я хочу извиниться перед всеми, кто нас поддерживал. Без вас у нас бы ничего не вышло. От всего состава радио Хаураки, включая нашего героя Ника Денниса, мы благодарим вас. Это было незабываемо. Доброй ночи вам от нашего доброго корабля «Тири». До свидания. Начнется в 12. Мы снова выйдем в эфир, Ричард. Да, все равно не отвечает. Слава богу. Где тебя носило? Я был занят. Что там за митинг?
Он пройдет в центре города, все хотят, чтобы мы снова вышли в эфир. И кто его организовал? Люди организовали, наши слушатели. И Джим Уиллис тоже там будет. Неужели? Выборы в субботу. Хочет снова толкать свои дурацкие речи. Но теперь ты здесь, и ты выступишь против него. Это наш шанс все изменить. И снова выйти в эфир. Где Мюррей? Терри не заводится, ей нужен новый стартер. Старушка не захотела возвращаться домой. Идем, митинг через 20 минут. Не терпится увидеть лицо Уиллиса. Ты его на кулак намотаешь. Нет. Почему? Вы знаете почему. Мы не станем этого делать. Думаю, ты не понял. Этот митинг, все эти люди, они не хотят, чтобы мы возвращались на Тире. Они хотят того же, чего всегда хотел ты. Лицензию на вещание с суши. Ник всегда говорил, что это безумие. Потратить все деньги и работать 80 часов в неделю. Но потом он сказал мне, что он счастлив. Он говорил, что это все музыка. И хоть какая-то часть меня хотела, чтобы вы с ним никогда не встретились, я знаю, что Ник бы сейчас сказал. И что же? Закончи то, что начал. Получи эту чертову лицензию. Ваша речь, министр. Спасибо. Сэр, вы это читали? У меня не было времени. Конечно. Идем. Министр, у нас премьер-министр на первой линии. Здравствуйте, премьер-министр. Вперед, Ричард! Да! Спасибо, что пришли. Я Ричард Дэвис из радио Хаураки. Мы решились на эту авантюру, потому что, когда я включал радио, все, что я слышал, это камерная музыка и лошадиные бега. А я бы хотел послушать Битлз. Битлз, это он про нас. И я понял, что это вопрос выбора. Кто должен выбирать, что нам слушать? Мы или политики? Черт, это же свобода выбора. Это свобода пройтись по улице. Свобода слова. Люди умирали ради этой свободы. Так почему у нас нет свободы слушать то, что нам нравится? Что вы хотите слушать? Позволите? Спасибо, спасибо, мистер Дэвис. Спасибо за возможность поговорить с вами. Да не за что. Моё
Мое правительство занимает строгую и иногда непопулярную позицию, касающуюся радиовещания. И я не стану за это извиняться. Я сожалею о том, что только из-за трагедии радио Хаураки прекратило свою работу. Правительство всегда поощряло предпринимателей с блестящими идеями. Эти смелые и дерзкие молодые люди показали себя. Таким образом, я рад объявить об этом и предоставить официальную лицензию на радиовещание для радио Хаураки, которая немедленно вступает в действие. Мы посвящаем ее нашему коллеге Нику Деннису. Мы получили чертову лицензию, Ник. Уведите меня отсюда. Еще как, милая. Покажите. Вуаля. Да. Видела? Лицензия на радиовещание. Лучший день в моей жизни. Да, лучший день в моей жизни. Мюррей, нужно сказать ему. Идем и сами скажем. Да. Тири отправится в свое последнее путешествие. Последнее путешествие? Сэр, я не понимаю, почему вы должны уходить в отставку. Это дело принципа. Но премьер-министр, он ошибается. В твои обязанности не входит сомневаться в действиях премьер-министра. Простите, сэр. Еще две коробки в машину. И Барри. Спасибо. Да, это радио Хаураки 1480. Вам от нас не избавиться. Мы вернулись и плывем к берегу, детка. Выпьем. Слава богу. Вот уж правда. Выкуси вылез. Без вас бы мы не справились. Это без Тири ничего бы не вышло. Выпьем за Тири. За Тири? За Тири. Так, вы тут осторожно. За Мюррея. За Мюррея. Что, подташнивает тебя? Поехали. Ну, поехали. Если взять всех морских инспекторов, бюрократов и политиков и разложить их рядом на мосту Харбора, что получится? Что? А, плевать. Все в порядке, парни. Пойду проверю Мюррея. Что там такое происходит? Черт!
Швартовый трос порвался. Что? Мы плывем на скалы. Включай сирену. Посылай сигнал бедствия. Брэндон, собери жилеты. Я пойду искать Мюррея. Скорее. Черт, скорее. Мэйдэй, мэйдэй, это Тири. Мэйдэй, это Тири. У нас порвался трос. Повторяю, порвался трос. Мы плывем на скалы. Это сигнал бедствия. Боже, мы плывем прямо на них. Мюррей! Мюррей! Друг, ну же. Корабль движется. Я это чувствую. Да, мы напоримся на скалы. Нужно уходить. Мэйдэй! Мэйдэй! Мы напоролись на скалы. Уходим! Ребята, придется прыгать. Я уйду последним. Не сегодня. Убедись, что все уйдут. Хорошо. А сейчас прыгай. Постой, Мюррей. Я держу. Это Тим Скотт из Тири. Радио Хаураки, мы тонем. Повторяю, мы тонем. Воды уже по лодыжку. Передайте моей жене, что я буду дома, как только смогу. Я включу микрофон, чтобы вы слышали, что тут происходит. Поторопись! Нужно уходить! Идем! Мам, пап, я вас люблю. Уходим! Идем! Надевай! Где остальные? Сошли с корабля! Прыгай! Идем. Помоги. Черт. Ну же, открывайся. Открывайся. Черт.
Он очнулся. Где мы? На пляже, на чертовом пляже. Здесь повсюду скалы. Нас вынесло на пляж. Всех? Да. Слава богу. Мы уж думали, что ты все. Но Брэндон подарил тебе ирландский поцелуй жизни. Пираты добрались до суши. Но чего им это стоило? Идем, поднимайся. Порядок. Это был хороший корабль. Надеюсь, лицензию ты не потерял. Первое, что нам нужно, это новый передатчик. И координаты для авиации. Ну и отлично. Кто будет делать первое шоу? Я, давай я. Поставь меня. Радио Хаураки стало первым пиратским радио, получившим лицензию на суше. В первый день лицензионного вещания бульдозер случайно переехал кабель электропередачи. Но они все еще в эфире. Посвящается Рику Гранту, трагически погибшему в море.